28 лет назад, в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года, был учинен геноцид азербайджанцев в селе Ахдабан Кельбаджарского района Азербайджана. Захватив село, состоящее из 130 домов, армянские палачи полностью сожгли его, взяли в плен жителей. 779 человек были подвергнуты нечеловеческим пыткам. Убито 67 человек, в том числе 8 стариков в возрасте 90-100 лет. 2 малолетних ребенка, 7 женщин заживо сожжены. 2 человека пропали без вести, десятки получили тяжелые телесные повреждения. Данный акт геноцида, совершенный армянами, стал одним из самых жестоких за время оккупации азербайджанских территорий.